В Махачкале на пересечении улиц Абубакарова и Нурадилова подросток, управляя скутером, столкнулся с автомобилем. ДТП произошло из-за того, что молодой человек не уступил полосу движения, в результате чего с различными травмами был доставлен в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Вот я ехал со стороны, с той стороны, с той стороны. Камеру говорите, пожалуйста. Да, вот здесь вот лет, на перекрестке, прямо в середине, вылетел со стороны Нурадилова скутер, молодой парень. А скорость большая была у вас? Нет, у меня скорость небольшая, у меня скорость где-то 40-45, наверное, не больше, или меньше, вот такая скорость. Вот. И вот здесь в середине прямо он мне въехал в бок. Прямо в середине перекрестка? В середине прямо перекрестка, он вылетел оттуда, со стороны Нурадилова.